Всем привет, с вами Кио Фу, добро пожаловать на новое видео, снялось видео по SM23. Это вторая серия за карьеру по Фиорентине. Нажимаем. Да. Как бы мы этот матч уже сыграли, ничего не сохранилось, но как бы мы так-то этот матч сыграли. Все. А, это второй матч, походу. Сейчас посмотрю по расписанию. Расписание. Да, это второй матч с ними. Просто я подумала, что что-то не так. Но все так. Вообще, этот месяц нас ждет очень крутым. Рома, Интер, Ювентус и Удинезе. У них команда не слабая. Трансфер. Ну, схема у них не очень. Так. Опять матч в Лиге Европы. Как всегда, мой состав. Вот. Габраль. Он может играть тут? К сожалению, нет. Вот. Я не понимаю, чем Коне недоволен. Ой, и Коне. Да. Разочарованы результатами. За одну игру ничего не сделать, это не так уж и плохо. Димарко, 14 номер. А, 92 сыграть у нас в команде. Я в прошлый раз 1-0 выиграл, сейчас посмотрим, с каким счетом мы сыграем. Да! Уже Лига Европы так началась. Лучше, но у них как-то был лучший игрок. 23 года стоит, не, ну, чел, ну, стоит всего лишь 2 миллиона евро. Ну, это так просто говорю. Это типа что? Сколько совокупный балл? Это типа уже Лига Европы, типа... Это уже 1/8. А, это отборочный. Пам-пам. Пам-пам. У них они купили Беллингама. Я просто вот сейчас в паузе между игрой. Ну, когда закончится первый тайм, посмотрю их состав. Там что-то жесткое. Прям очень жестко. Они, скорее всего, взяли его в аренду. Но у них нет столько денег, чтобы купить Беллингама, который, ну, мне кажется, он 70 миллионов стоит точно. Так что мы первую игру выиграли. В итоге нам звонит Мартинес. Давайте в раздевалочку еще. Ладно, противник. Беллингам, Барелла. Ну, они купили только Ну, как бы... Я став и так уставший. Я ничего не ожидал от него. Только и можете проигрывать на Венути. Ты можешь играть слева? Слева он не может играть. Ну, заменить Додо Пилсу. Мы делали 5 замен. Это максимум. Давайте Интер выиграем их. Ну, выиграем Интер. Угу. Ну, забейте хотя бы один. Желтая. Нам забивает второй. Фиорентина. Ну, хотя бы один забить. Стыдное поражение, на самом деле. Проигрываем. И нас еще в конце красную получает. Как все ужасно. Мир не будет прежним. Мы вообще в конце красную. В конце матча. Он, короче, решил покончить с игроком и найти ему травму и жестко сломать Беллингама.
Вот еще он появляется в составе. Согласен. Но красную было не надо было, да. Чего не хочу по травмам? У тебя на 2 дня осталось, у тебя на 1 день. Ну, если травмы серьезные, на тренировках получили, потому что не возможно получить на тренировках травму на 10 недель. Наверное. По сатилу получены заявки. Так. Ну, в принципе, он у меня выходит заменой. И он важный игрок, только если ему предложат 20 миллионов Наполе. Можешь купить Наполе. Если бы они предложили... Если бы Наполе предложили 20 миллионов, я бы согласился. Я бы вместо него купил Кварацхелли. Да. А Интракт выиграл Суперкубок и... УЕФА. Но в реальности... Да, на миллисекунду, да, на квадралисекунду. У нас состав получше. 4-3-3, опорно. Обороняющийся, так можно сказать. Да, мы должны их выиграть, потому что тренер Фиорентины я. Я решаю, с каким счетом мы выиграем. Сейчас мы должны выиграть счетом 2-1 или 2-0. Ну или больше. Нашу пользу. Ну, желтые нам не нужны, да ведь? Вот у нас получил красный, но он сейчас без красной бегает. Сейчас объясню почему. Потому что некоторые этого не понимают. А он бегает сейчас без красной, потому что он получил в чемпионате красную. А, ну как бы... Получить красную в чемпионате, она не будет считаться на Лиге Чемпионов и на Лиге Европы. Вообще, на любых других турниров. Так что... Это я просто объяснил так. Забивайте, пожалуйста. Но не мне, я должен забивать. Счетом 2-0 хотя бы выиграть. Вообще с любым счетом выиграете. Вот это на матче тоже выиграете. Хоть за счетом 5-10, 10-0. Просто сказал 2-0, 2-0 сделали. Забил Винути, которого я выпустил. Которого выпустил на ПЗ. Он все забил вообще. Винути лучше. Замены выпустил, доказал, что не терпила. Какой у него? Ассист плюс гол. За 3 матча и все матчи замены. То есть он сыграл мало. Половин мало. Но вратарь нам ЦСКА выиграл. Не знаю, что это за клуб. Даже прочитать могу. КС Университетатия Краево. Как будто ощутит я... Как там его? Польчатскую. Да. Сейчас матч... Ну, следующий матч с Ромой. Они тоже первый матч слили. Ну, мы что, не мужчины? Сейчас поговорим, они второй матч сольют. Ну, в моих планах, конечно, так все. Беннази. Зиньковский. Выходит. Довольными результатами, ну как бы ты сам не трудишься, ты и не будешь доволен. Додо чуть подуставший, можно пустить Винути, просто лучшим игроком прошлого матча, когда мы выиграли. Ой, что-то у них слишком сильный состав. Я даже не знаю, выиграем мы их или нет. Но у нас командный дух, у нас сила и реклама. Как раз. Воркина капсула. Давайте выиграем этого Рому.
Опа, туда Рому. Гонсалес, красавчик. Не первый раз меня выручает. Сейчас выпустим Йовича, если наш... Или не Йович, у нас стоит заменник, короче, нападающий, если ничего не сделает, а нападающий. И наш нападающий ничего не делает. Заменяем Йовича на Кабрала. Е-е. Да. Так. Полузащиту меняем полностью. Остается только опорник, который мы здесь не сможем заменить. Очень обидно. Не, вот Йовича я ставлю, потому что он не очень устал. А вот опорника сейчас очень сильно нужно было менять. Да. А то у нас будет пробой в защите, а он сильно уставший. Ну, нам такого не надо так-то. Угу. Ага. На канал зайди ко мне. Ой-ой-ой. Он получил красный. Могли бы и штрафную забить так-то. Один ноль мы выиграли Рому. Да. Никола Миленкович. Миленкович. Нужно Савича купить Миленкович. Есть Миленкович, а будет Миленкович еще. Там, по-моему, я не знаю, в какую позицию играет. 30 августа, мы на 11 месте. Сейчас ответный матч Лиги Европы, если будет Сочи в Лиге Чемпионов, что-то забыл. Трафик на кон скоро закроется, это я все понимаю. Так. Ну, списки аренды, вот, и понятно почему, но это сразу принимается. А, Берянги. На самом деле, я бы... Я бы его поставил обратно. Тактика. Вместо кого? Бенази ставим сюда. И... Дрезгич. А, у нас тут так играет. Какой сложный состав. Как сложно тренером работать. Имеется что-то по аренде. Какой он уже минус 0.0. Да! Он доволен. Ему нравится там играть. Которого мы отдали. Так. Мы дали... Противникам отдаем. Мы дали спал. И вот эту легенду отдали Габриэле Фиранье. Какой-то Монзю. Это не Монза, это. Пипец, блин. Когда нас строят? 29 сентября. Матч 20.00 1 сентября. Улучшать клубные зоны, это я все знаю. Копа Италия. Мы... Нам повезло. Более-менее нам повезло. Третий раунд. Ну, я бы мог попасться и вот с Тернан на Кальцио. Хотя, знаешь, какой Тиран на Кальцио? ССКА, Бари. Вот против них я бы попал. Чего вы дали все такие хорошие команды? Даже в слабых командах. У нас не на Ювентус.
Капец, у нас много матчей. Копа Италии, Лига Европы. Ой-ой-ой, что делает легендочка? На первой минуте забил, как матч Локомотив Динамо. Только сейчас они нас 3-1 выиграют. Не хотелось бы такого. Так. Все. Можно уже матч заканчивать. Я считаю, что можно было уже заканчивать. Выпущу его, так уж и быть. Все, больше голов в этом матче не будет, как-то обидно. Нужно больше голов, мать. Даже если мы сейчас проиграем, нужно больше голов. Йович меня услышал, то есть нужно еще больше голов. Я тебя продам, если не забьешь, понимаешь, то что типа как бы. Ладно, я пошутил. Всего лишь 5-0. В сумме двух матчей. Серьезно? Серьезно? Что-то в этом матче Йович что-то нереально сотворил. Гейминг. Плохо. Забьет ли он сегодня нам гол? Надеюсь, нет. Поймет то, что он... Да? И все. Уже 1-0. Ну, не... давайте 1-1 хотя бы. Давай им под раздевалку закинем, чтобы счет стал 2-1 в нашу пользу. Или один гол в этом тайме. Мне не очень понравился первый тайм, сразу говорю, вообще ужаснейший первый тайм. Как так можно играть? Твой выход. Ты тут поиграешь пока. Соцанка 3-0. Пофиг. Пока тебя не меняем. Что сейчас должно произойти с чудо? Йович. Хорош. Доказал, что Влахович в этом клубе не нужен был. Вот Йович нужен. Влахович. Йович. Давай 2-1. Ну ладно. Я рад. Мы Ювентусу не проиграли. Мы Рому выиграли, Ювентусу не проиграли. Правда, с Интером получилось, это недоработка, ошибка. Барк, лучший игрок, походу, вышедший замены, давший ассист. Зря его выпустил. Где наши вообще конкуренты? Рома, Рома наш конкурент. Мы с ним сейчас боремся. Потому что мы сейчас на 9-м месте. На каком месте Рома? Рома, вот. Рома не наш конкурент. Наш конкурент Аталанта. И Интер. Интер, Монза, даже Монза выиграла 2 матча. А мы не можем выиграть каких-то Ювентуса, Интер, Рома. Ладно, мы не выиграли. Ладно, мы не выиграли это, как там его.
О, Джуми может тоже играть левого защитника. Кабра. Ну, в принципе, самое то. Просто самое то, чтобы... Это последний матч в этой серии. Уже серия на 30 минут. Ну давай, хотя бы Удинези выиграем. Удинези. Уже 12 минут ни одного гола не забил. Команда. Да уж. Ну хотя бы Кабрал что-то делает. Не знаю, что про эту команду сказать. Ну, команда реально играть не умеет. Ну, по факту. Хотя бы Йович забил, ну, типа, да. Слишком много матчей, мы игроки не успевают отдохнуть. Ладно, а если вам понравился данный видеоролик, подпишитесь на мой канал, поставите лайк. С вами был Кио Фуд. Всем удачи, всем пока-пока.